Всем здорово, ребята! С вами Варпач, Фреш, Алекс Фокс и Кофи. Сегодня мы будем играть в безумные гоночки в GTA 5 онлайн! Всем здорово, чуваки! Йо, братишки! Чуково, бро! Погнали! Погнали нас! Ой, куда я полетел? Пацаны! Вы посмотрите на эту... Вы посмотрите на эту вакханалию! Ай, лол! Я умер, и я не могу ожить! Чё? Я жил! Слушайте, мне нравится. Пацаны, чё это за гонка вообще? Чё это? Вы посмотрите на эти трубы. Здесь налево, направо! Ах ты, сука! Зелёная сопля! Я тебя из носа доставал и об стул вытирал, сука! Куда ехать? А, классно, да! Ты что, не знал? Да. Мне плохо, мы даже. У меня все нахер повылетало. Почему я первый? What the fuck? Я не знаю. Тоже что, тачка взрывается? Да блин! Ты не пьешь валидол. У меня тоже тачка взрывается. А чем вы смеялись, кстати? Пропустил чувака. Вау! Нормально. А, вот, а я просто смеялся за компанию. Нифига, я протиснулся! Пожалуйста! Нет! Опять он! Отстань от меня! Опять он! Ясно. А куда лететь-то? Чё я такой, сука, быстрый-то? О, это плохо. Опачки! Офигеть, ты знаешь, какой паркур получился? Офигенная гоночка, так. Иракс на левочке. О, свежий! О, свеженький. Так. Саня, тебя грохну. Сейчас это с волыной приезжает такой. Я тебе сказал, что тебя грохну. А я пока у себя в Георгиевске, может, ты меня не тронешь. Почему все время, когда я разгоняюсь, там нужно тормозить на поворотах обязательно? Потому что ты черное кофе. Будешь счастливым. Будешь счастливым. Так, а куда ехать сейчас? Подожди, я не успел просмотреть. А, все нормально, труба. Я 11 еду, блин, я не понимаю. А я, кстати, каким-то боком третий вообще. Это очень странно. Тут очень как непонятно. Ясно, да, меня тут... Саня обогнал. А теньки? Еще... Молоко в войне вкуснее, если это милковый. Ай, направо! Офигеть! Вот это тайминги и... Это мастерство, на самом деле. Это не тайминги, это... У меня самое лучшее мастерство. Капец вообще, что в этих трупах творится, мамочки мои? Слушай, вот это капец. У тебя несколько мам? Да, мамочки мои. Так. Опачки. Корыто. Я не пойму, что такое. Вот такие примерно дороги у нас в городе. Но мне кажется, в России, в принципе, у всех такие дороги. Не-не-не, у нас особенные дороги. У нас, чтобы нужно доехать отсюда. Сука, вот это вообще, я вот... Вот это было, как бы, знаете, я рассчитал заранее, вот это, как я проехал. Это было заранее просчитано. Все в пикселях нахер у вас тут, да? Я понимаю, понимаю. Третий, так, как тихо. Сука. Третий, так, я не дам тебе себя обогнать. А ты какой? Ты четвертый. А, не, второй. Такой это. А, ты второй, да. Я думал, ты только четвертый. Давайте подумаем. А кто там? А кто первый? Я не знаю. Нищеброд такой. Вот я тоже, Олег, там творил, такой вообще думаю, что я творю. Он дурак тупой. Так, а вот я прям сейчас лечу, как Макса бабочка, видел. Просто, реально. Махай как бабочка, порхай как пчела. Подожди, нет. Жаль как пчела, порхай как бабочка. Жаль как пчела. Да вы поняли? Жаль как бабочка, порхай как пчела. Опачки, все. Мы поехали за спелыми орехами. Дырка! Я тоже взорвался. Сука, вот это красивая подстава называется. Вот это прям вообще, сука, зачет. Просто троллинг. Главное, чтобы меня Кирилл теперь не догнал. Сейчас было жестко. Ох, наконец-то. Ребят, вы бы видели, сейчас все сделал. У меня одно колесо уже на обрыве было, другими просто еле схватился. Я еще не знаю, что происходит. Красавчик. Нормально, нормально. Тут сложная гонка на самом деле, она такая прям с извилинами. Опачки.
А куда? А, все хорошо, что здесь тормоза сработали. Я бы сейчас вылетел вообще. Ой, варпач не догнал. Ой-ой-ой. Ой, опять на финиш. О, была бы граната, я бы тебя догнал. Прям бзи-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 бзи. Там высоко-высоко в горах, где обитают. И он да. говорил. Так, погнали, ребят, продолжим. Погнали. Опачки, вау, ребята. Вау! Чё? Вау! 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 Нифига себе! Сучки! Столкнули, ты посмотри на них, а? Кирюх, сорян. Да ладно, чё, я сейчас ракетку-то подберу. Меня тоже. Так, всё, я понял. Да ладно, Петров Петрова стрелять не будет, наверное. Сука, ты посмотри на него. Врезал случайно. Я в тебя не врезал. Пацаны! Когда Олегу не дают проехать. Что это было? Ой, лол. Брэш просто наехал на меня и застрял во мне. Наехал. Ты чё, типа? Ой, лол, а чё я не пролетел? Куда он у меня полетел? Ой, я прям поехал. Та-та-ра-т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 а
поехали, я в трубу. А я справа поехал. В трубе там качество ухудшится на ютубе, нафиг оно надо? Нафиг оно мне надо, Вася, ну ты чё, а? Нафиг оно мне надо? О, ты слушай, фреш, сука, да ты просто везде, я вездесущий какой-то. Вездесущий фреш. Ой, я не хотел взрывать, я взял ускорялку просто. А, я понял. О, вот так вот, значит, да? Так. Хорошо. Вот сейчас злые там какие-то. Противоборство. Ой-ой-ой, а тут... Ребята, вот вы злые какие-то, там что-то перестреливаете, стреляете. Я тут конненько еду, вот. Блин, мы здесь все застряли, ёпта. Так, слушай, этот чувак, он это, здесь развернулся, задом ехал, а мне надо передом. Ой, пацаны, дратути! Дратути, пацаны, дратути! Дратути, поехали. Я не понимаю, где кто едет, блин, вы выскочили. А я могу тебя взорвать. А, да? В смысле? Как ты не взорвался? Чего? Я могу тебя взорвать. Ты что, ты когда пытался меня взорвать? А как ты не взорвался-то? Я же четко в тебя попал. Просто я верил. Слушай, ты это... Он верил. Я верил. Фрэш верил до последнего. Да, и проверял его. И сделал свое дело. Сука. Главное верить, и все получится. Да. Так. Я вот настолько верю, что человек, который позиционировал 20 секунд от меня стоит. Блин, я 7-й. Я 9-й, так, я сейчас скоро вас догоню. Как ему повезло? Чего так долго едет? Да, мы тут взрываем друг друга, потому что... Нас тут экшон. А у меня так все скучно произошло. А у нас очень весело. Приходи к нам. Вторая гонка и первое место. Саня финиширует первый, ясно. Да у Сани самые низкие настройки графики стоят. Он попаду, нет! Не попал. Он прикинь, что тут люди. В смысле люди? Люди стоят. А что они там делают? Ой, лоу! В натуре люди! А что они тут делают? Хрены на блюде. Так, фреш, а вы там не хотите это остановиться? Я по вам стрельну, попаду там, демки, мувики. Давай, сейчас по тебе стрельну. Смотри, смотри, демки, мувики. Пацаны, вот этот Лео, как он все. А что там? Это война. Он меня, короче, два раза взрывает уже, причем так мерзко. Нормально всем. Почему? Макс. Я не знаю, что это сейчас было. Да, блин. Сука, да ты финишировал, ты прям вообще перед финишем. Ты прям на миллиметр направо повернул. Прям миллиметр тебе не хватило там, ну капец. Отлично, поменялись местами. Ой, простите. А, это Олег был, простите. Ну меня просто занесло. Минус брат. Почему я снова еду последний? Козёл! Ой. Я не хотел сайт толкать. А угадайте, кто первый? Я. Варпач. Погодите, кто первый? Нифига себе, кучкой тут. Вау! Я прилетел обратно! Кирюха! Нет! Кирюха! Просто Кирюха! А, прилетел. Я был первый. Нифига-то, челик! Случайно! Ай, забавно! Мой животик надорвал, смешно! Смешно как! Вообще так смешно-то! Смешно! На самом деле, фреш! Ой, нифига себе! Чё за унитаз? Это мне что-то плохо. Я когда воду смываю, так же выглядит. Как ты обгоняешься? Вот какашка, когда плывет по трубе, вот мне кажется, он так же плывет.
Он так радуется ему. Да, такая идея. Я не знаю, ребята, это кончится когда-нибудь, нет? У меня голова кружится. Прикиньте! Я не дай! Чё? Я Варпача погнал и летел! Чё? Олег! Какого фига? Там все кричали. Ты назад поехал, ты чё? Я говорил, понимаешь, у меня машина, она не доехала до конца. Она у меня остановилась прям вот как она заканчивается. Пацаны, меня укачало. Я Варпача сейчас не снёс. Я первый, пацаны. Ясно. Лол, сосапа! Ну, отвечай, меня укачало, пипец, у меня голова болит теперь. А я перелетел. Вот, весна и стена четко вниз, а я упал. Ну, я перелетел. Бегом, 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 бегом. Нет, нет права на ошибку. Чело не повезло, он, короче, добрался до конца и просто там в щельку упал. Так, Саня, пошел в задницу. Уважаемый Кирюша. Как тут можно было перелететь? Саня, 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 только не трогай меня. Я тебя трогать не буду. Сука! Мопол срадый! Пока, Фред! Мопол херов, сука! Опа, парни, давайте пока! Сука! Ну, Олег, здравствуй! Олег, не трогай меня только! Хорошо, вот Олег красавчик! Олег красавчик! Саня! Бега, какой тут угол! Вообще, 90 градусов! Я выровнялся! Нет, я упал. Зачитерить, да? Да. У меня уже челюсть болит. Минус 3 брата. Фрэш записал серию со всеми, посрался, пошел, вышел. Он больше не пойдет, кстати. Да. Просто, просто все минус братьев, правда, за одну серию, за одну гонку даже, изи, изи. Да просто, что творит эта тачка, я всех просто рву по скорости. Ты вообще изи просто, Вов, ты всех обогнал. Сейчас тебе жопа будет, Олег. Ты даже сквизи изи оборвал. Блин, обогнал. Олег, ты красавчик, Олег, ты красавчик, просто я тебя люблю. Сейчас он перевернется. Это было четко. Лошара тупой. Но это мы знали, Саня. Согласен. Да это все знают, по сути. Слушай, это классная гонка, что могу сказать? Да, кстати. Да. Такая прям... Атеньки, атеньки, мой атеньки. Прям у атеньки? Ко-ко-ко-ко-ко, джамбай, мамае. О-о-о. Так, Олежа. Олежа. Ой, я тут финиш, нифига себе. Е-бой! Я первый, честно сказал! Я был такой, какой у тебя тлавудье, блядь. А-а-а, мы погнали, ребят! Опять врезаются, ты посмотри на них, а. Ты посмотри, что творят, а. Что творят беспредельщики? Я направо поеду. Я поеду направо. Резкий, дерзкий, как-то резкий. Резкий, дерзкий поворот. Резкий, дерзкий поворот. В горах высокий. Там Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, мы тут что, мы тут вообще вдвоем с чуваком, что ли, катаемся, я не понимаю. Да, все к нам поехали. Олег, что вы терелись об меня? Да он так потеребонил чуть-чуть, притерся к тебе. Мужчина не прижимает. Да сколько кругов-то вокруг, а? Прикольно, да? Чё? Прикольно, кстати. Чё? Пацаны, а вы знаете, что сейчас к нам куча народа едет? Там всего два человека. Вот у тебя два человека, это целый народ. А, то есть у вас там народу дофига, да? Да. А мы тут с чувачком вообще нормально катаемся. Олег, езжай давай. Оп. Саня, ты его не столкнул. Тайминги. Я не хотел. Место, я мой. Мог Саню столкнуть, но перестанул. Опа, еще одна. Саня, мы должны с тобой Олега скинуть. Оп, хорошо. Да, куда? Газу. Давай, сейчас догоним. Олежа, у меня почему-то лагает. Оп, Олежа, вон он. Чё, Кирилл, тут пацаны, мы втроём. Здравствуйте. Мы прям, знаешь, встроились в гонку так. Впереди меня есть еще один чувак, одна проблема, скажем так. Так, Саня исчез у меня. У меня Саня лагает. У меня тоже Саня лагает. Так, вы лагайте там сами с собой, пожалуйста. Я нормально. Саня! Вау! А я красиво упал. Я красиво прилетел, красиво. Ой, пацаны, скриньте. Сейчас будет вообще. Уху! Изи. Люблю я лаги. Так. Опачки. Хорошо. Вообще красиво летим. Я второй. Прям вот за чуваком, который на первом месте.
А ты где-то... А я третий, вон прям за чуваком, где-то, я да. на втором месте. Да, а я, вот прям... я понял. Четвертый за третьим чуваком. За Саньком, да? В смысле ты четвертый? Да вот так вот, блин, я же там в трубу залетел неправильно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо, тормоза. Сань, тормозите на поворотах. Да-да, надо. Да-да-да, надо-надо. И пакетики мои, забудьте про них. Ой-о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 й. Газу-газу-газу-газу-газу-газу. Я прям чувствую, как Саня там дышит мне в задницу. Чувствуешь смог, да? Блять, лаги, сука. Фронтфлип! Так, ты меня не обгоняй там в этом. Ясно, пацаны, мы остались. О, это финиш, отлично, изи, real talk. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравились такие угарные, безумно прикольные гоночки. Если да, то не забывайте подписываться на наши каналчики. Все нужные для вас ссылочки находятся в описании. Всем удачки и всем покусики. Всем пока-пока, ребят. До скорого, ребят. Чао, пока.